Привет, друзья, с вами я, Денис, и сегодня я хочу поговорить про парня, который пытался взорвать 10 тысяч литров колы. Да, речь пойдет о Максиме. Это 10 фактов о Максиме Монахове. Поехали! Факт первый. Максим родился в городе Рубцовск, Алтайский край, Россия. Население города насчитывает примерно 150 тысяч человек. Это в 10 раз меньше количества его подписчиков. Факт номер два. Канал Мамикса довольно молодой. Зарегистрирован на YouTube 1 декабря 2015 года. Факт номер три. На момент съемки видео в инстаграме Мамикса всего 6 публикаций и меньше 10 тысяч подписчиков. Факт номер четыре. Этот парень перевел столько колы, что на эту сумму могло прожить больше 40 человек целый год. Факт номер 5. На канале Мамикса уже больше 115 миллионов просмотров. Факт номер 6. Родился Мамикс в 1996 году 22 апреля. Теперь ты знаешь день рождения своего любимого ютубера. Факт номер 7. Максим отличная жена. Что? Да, на странице Максима есть фотография, где он прошел тест, который показал 85%. Отличная шутка. Факт номер 8. Мамикс раз в жизни, но надевал женский парик. Что за факт, мэн? Факт номер 9. За последние 30 дней на блогера подписалось больше половины миллиона. Так держать. Факт номер 10. Блогер часто заимствует идеи из западного ютуба, но часто добавляет что-то свое и получается просто офигенно. Ну что ж, ребят, это были 10 фактов про Мамикса. Пишите в комментариях, какие факты вы хотите услышать. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много чего интересного. Ставьте лайки. Всем удачи, счастливо и пока-пока-пока.